Привет, представься, пожалуйста, как тебя зовут и откуда ты приехала? Я приехала из Америки. Я никогда не была в России, из Казахстана, прямо в Америку и сюда, потому что я наблюдаю за всеми этими движениями праноедов, неедов. Все это очень интересно, потому что я сама испытывала этот опыт. Через чувство счастья ко мне пришел этот опыт. Я его упустила. Но было классно. И ты выходишь вообще на другое мировосприятие. И всегда хотелось побыть рядом с людьми, вот с настоящим праноедом. Как бы. И Света очень хорошо все объясняет, все это просто, искренне. Как ты выбрала среди всех людей именно Светлану? Свету? Ну, не знаю. Вот, во-первых, она мама, она искренняя такая. Прям вот почувствовала сразу. С первого ролика я прям почувствовала, что она искренняя. И всегда хотелось поехать. И так получилось, что вот когда начали собирать этот ретрит, прям сразу у меня кликнуло сюда приехать. Я нисколько не жалею. А, Наташа, скажи, пожалуйста, а ты долго наблюдаешь за Светой, за ее эфирами? С самого начала. То есть ты такой человек в теме, да? Да. Да, где-то с 2000-х годов, вот так, 2006, вот оно потихоньку, потом пошли первые ролики, и я все, что можно об этом стараюсь посмотреть. Мы были на побережье, на ретрите, потом переместились вот сюда, на Красную Поляну, такая, да, на перезагрузку, такой второй формат, который после ретрита. Мы предлагаем всем участникам, кто желает. Как для тебя прошли два эти формата? Есть ли разница ретрита и того, что происходит здесь? Стоит ли приезжать на перезагрузку после ретрита? Вот как-то ты не могла бы свои впечатления обрисовать? Стоит. Они не намного отличаются, но все равно вот перезагрузка, она другая. А почему? Не знаю. Потому что мы уже как бы прошли практики. Ну, во-первых, вот йогу мы делали тоже очень хорошо. Наверное, и место, и что мы делаем. Погружение было абсолютно волшебным, когда мы с Бубна делали погружение. Даже не ожидала, что у меня простучится все тело прям по всей волне. Вот волна прям по всему телу. Как будто, правда, каждую клеточку чувствуешь. То есть, если брать практики, которые Света давала, то медитация с Бубном и практики с Бубном, они для тебя... Большую ценность, да? Но они мощные, хотя они были не длинными, потому что у нас нету столько времени, но они такие мощные, да. А когда ты ехала на ретрит, был ли у тебя какой-то запрос, желание? Нет, потому что у меня сомнений в том, что вот люди там... Я не ехала за тем, чтобы убедиться, я ехала пообщаться, просто получить вот это наслаждение быть рядом с такими людьми. А насколько отличается Светлана в телефоне, там, когда ты смотришь ее на канале, и вот в жизни человек? Не намного. Нет. Просто ты в жизни понимаешь, что она еще скромнее. Вот. И сама программа, вот вся программа, что вы выстроили, вот я хотела специально сказать вот это, что такая благодарность за то, что у нас не было слишком много, ну, прям вот идеальная программа. В течение дня, и все дни загружены, и мы столько посмотрели, и в стольких местах побывали, что если бы кто-то приехал, вот если бы я приехала сама, или там, мне кажется, больше любой туристической компании. То есть для тебя было всего достаточно, баланс, очень, да? Очень. Практика путешествия. Да. Вот сами точки, что мы делали, время, отлично. Нам еще с погодой повезло. Да, это правда. Мы приехали на поляну, это конец октября, и нам очень повезло с погодой, потому что практически все дни хорошая погода. Да. Нам благоволит. Да. Скажи, пожалуйста, а что бы ты хотела напутствовать или пожелать сама себе, той самой Наташе, которая в какой-то момент откроет это видео случайно? Ну, там, через какое-то вообще время. Угу. И что бы ты хотела сказать себе из сегодняшнего дня? С сегодняшнего дня я бы хотела себе сказать, не предавать себя. Неважно, в какой ситуации, где ты, с кем ты. Вот не терять эту ниточку, вот эту цель, к которой я хочу идти, не терять ее в каких-то ситуациях. Потому что попадаешь в ситуацию, ты забываешь.
тебя закручивает события, время. И вот хочется, чтобы всегда, всегда в мыслях была цель. И вот себя, чтобы не терять. И никого не обидеть по пути. Скажи, пожалуйста, а в Соединенных Штатах эта тема, она тема про наедение, насколько популярна, насколько много людей следуют этим практикам? Как много у тебя там единомышленников? Единомышленников нет. У меня есть одна подруга, которая тоже понимает, верит, смотрит видео как бы. Но вот чтобы такого прям движения нет, стали больше входить в практики сейчас сухих вот дней, да, сухих голоданий. Ну так, чтобы вот там прям про прану говорили, нет. И в основном, ты же знаешь, что когда люди говорят, собираются, мало кто это делает. Да, еще да, пока. Я имела в виду именно какой-то круг людей, практикующих, кто... Больше голодания или сухие голодания. Ну там день в неделю такое, да, это есть как бы лечебное, но не настолько серьезно. То есть приходится для встречи с праноедами приезжать на наш материк, да? Ну да, а тем более, ну как бы русскоговорящий человек, да. Вот. И потом, мы же не знаем, как долго Света будет с нами. Да, это правда. Сегодня это так, да. И хорошо, что это так. Да, завтра у нее появится возможность быть свободной, и она скажет всем до свидания. Все, что угодно может быть. Да. Поэтому, конечно, да, это очень ценно, что сегодня есть возможность вместе путешествовать, общаться в кругу единомышленников. Да, вот это совмещение с вот этой духовной практикой и как программой, как, вот, как туристическая программа, оно прям совпадает. Ты знаешь, когда люди регистрируются на ретрит, часто задают вопрос, а что там будет происходить? И ты помнишь то время в зале, вот эти 5 дней, что в основном это по большей части очень много разборов и разговоров. Да. Вот, да, где Светлана через свое поле показывает нам всем, помогает, позволяет, помогает увидеть нам всем какие-то откровения о себе. Как для тебя это было? Очень много людей рассказывали свои личные истории. Было ли для тебя это полезно? Что-то, какие-то инсайты для тебя происходили в групповой работе? Да, но видно, что все люди ищут. Нас же не учат ничему. Как смотреть себя. Как бы никто... не учит нас этому. Хорошо, если в семье есть кто-то осознанный, и ты как автоматически это делаешь. А так люди ищут себя. Поэтому они и спрашивают все эти вопросы, которые кажутся иногда глупыми или еще что-то. Он человек ищет. Но я понимаю, что работать надо самому. Я никогда не приезжала сюда с тем намерением, что вот сейчас я приеду, тут Света исполнит все мои желания. Нет, абсолютно. Я просто вижу, что человек передо мной, он это может. Он такой же, как ты. И ты это можешь. Да. Но ожиданий, вот, чтобы Света мне что-то должна, вообще не было. Просто как, даже я бы сказала, в благодарность побыть в ее поле. Это прекрасно. Да. А что бы ты могла напутствовать тем людям, кто тоже смотрит, следит за ее деятельностью? Кто смотрит в сторону того, чтобы приехать на ретрит, но, например, еще пока не был с нами, кому бы ты предложила и сказала, что да, ребят, вам это подойдет, а кому бы ты сказала, что ну тогда ладно, оставайтесь дома. Кому стоит сюда приехать? Тому, кто хочет это изнутри. Знаешь, вот иногда, вот у нас же какие люди были, разного возраста, да? Да. И за 60, и за 50, и вообще, я думаю... Посмотришь на человека, никогда не поверишь, что у него вот это внутри, вот этот мир, да? Я бы, ну, сказала, что я бы всем пожелала, ну, не переставать мечтать вообще никогда. Но только надо над этим включать осознанность, писать об этом, продумывать, когда мысли приходят, записывать. Не просто так пришло, ушло и отпустил, а вот прорабатывать. И тогда оно будет оседать, оседать. Осознанность, чтобы росла. Как тебе вообще Россия? Ты первый раз приехала сюда, ты говоришь? Как тебе? Ну да, я приехала... Как на родину? Еще мы приехали в классное место, конечно, и Сочи, и вот Красная Поляна, это все, ну... Но мне кажется, Россия, она... Ну, мне кажется, здесь лучше, чем в Америке, честно говоря. Честно. Почему? Ну, потому что здесь дух другой. Дух другой. Да. Ну и потом еда здесь такая классная. Ну чувствуется, что здесь
очень большой потенциал, и он далеко не исчерпан. Ты не пожалела, что преодолела такое большое количество километров? Ты просто летела там двумя самолетами или тремя? Нет. Такой длинный перелет. Все было легко, да. В наши дни хороший самолет, все удобно. Да, нет, вообще не пожалела. Я знаю, что ты планировала, как провести свой отпуск, по-моему, да? И выбирала, и поняла, что не хочешь каких-то праздных путешествий. Нет, и выбрала потратить свое время, свои ресурсы именно вот на это путешествие. Да. Вместо круизов, по-моему, даже, да? Хотя круизы, конечно, это считается очень интересным для многих людей. Нет. Ну, можно и провести круиз, интересно, конечно. Но когда здесь такая программа хорошая, вообще... Так составлена программа, обалденно. Спасибо тебе большое. Куда мы ездили, что мы смотрели, вообще, как это все отлично. Спасибо. Всем посоветую, не пожалеют. Спасибо большое за теплые слова, вообще за добрые слова, за наше с тобой общение, которое в каких-то перерывчиках случалось. Да. А девочки у нас какие? И из Хабаровска, и из Москвы. Да. Из таких мест съехались вообще. География обширная. Да. Начиная от Дальнего Востока и заканчивая как раз Америкой, откуда ты прилетела. Так что... Я благодарю тебя за отзыв. Спасибо. И желаю всего самого хорошего. Надеюсь, еще увидимся. Я тоже. В Россию я точно вернусь.